down to 16. 120 kilos. Met C here. Well, 16 people. Oh, yes, yes. Around 16 to 96. Yes. Yes. Round 8. Tell us. Yes. Yeah. Yes. Everything's second round right now, and he'll tell us when it's round of 8, which is cool. Уважаемые зрители, тренеры и специалисты по борьбе. Сейчас в Грузии, в Тбилиси проходит европейский чемпионат. Чемпионат Европы среди юниоров по всем трем видам спортивной борьбы. Вольные среди девушек и по греко-римской борьбе. Закончили соревнования нашей девушки. Мы уже заобщали, еще раз хотим повторить их результат. Триумфально выступили они на борцовских коврах Тбилиси. 6 чемпионок, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль. Таков результат нашей команды девушек. Естественно, первое командное место. Старший тренер команды Валерий Анопко. Начали отлично борьбу наши юниоры, вольники. Вчера 3 золотых медали принесли наши юниоры. Это Гаджи Зайбутдинов, Дагестан. Калой Картоев, Краснодар. И Алан Фугаев, Северная Осетия, Алания. Серебряную медаль завоевал Гамид Халилов из Дагестана. И как только что стало известно, сегодня в финале, вот по-видимому сейчас, скоро, за первое место и золотую медаль чемпиона Европы будут бороться Рубаев из Северной Осетии, Алании, и Дебир Джалилов, Дагестан. Наконец-то победу одержал заслуженный мастер спорта Георгий Китоев, Северная Осетия, Алания. Приглашаются Арсланбек Алиев, город Владимир, Магомед Мусай, Московская область. А на ковре начали борьбу Альберт Саритов, Красноярск, мастер спорта международного класса, и Джабраил Ясаев, Чеченская Республика, мастер спорта. Chechnya in the red. Yeah, well, he won the Regan 3 years ago. Yeah, he's bad. He pinned this last guy. На ковре был красный диплом мастер спорта международного класса Арсланбек Алиев, Владимир. Синий диплом мастер спорта Магомед Мусаев, Московская область, ЦСКА. Thank you.
Дагестан. На ковер А. На ковре С победу одержал Валерий.